торгово-промышленной палате состоялось заседание Высшего горного совета совместно с Комитетом ТПП по энергетической стратегии и развитию ТЭК. В нем принял участие председатель партии «Справедливая Россия за правду», почетный председатель Высшего горного совета Сергей Миронов. Обсуждение было посвящено мерам по реализации в горной промышленности принципов низкоуглеродного развития и порядка регулирования выбросов парниковых газов. Переход к низкоуглеродному развитию должен носить справедливый характер и не должен привести к усилению диспропорций между регионами и странами. Этот подход важен и внутри страны. Не должно получиться так, что какие-то регионы и отрасли примут на себя основное социально-экономическое бремя зеленого перехода. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма до сих пор не получают никаких льгот и мер социальной поддержки. Указ президента от 92 года, который поручает правительству внести соответствующие изменения в законодательство, так и не был воплощен в жизнь. По этой проблеме Сергей Миронов провел онлайн-встречу с председателем Международного союза бывших малолетних узников фашизма Николаем Махутовым. «Справедливая Россия» будет вносить законодательную инициативу, чтобы приравнять статус бывших несовершеннолетних узников фашизма к статусу ветеранов Великой Отечественной войны. Председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов провел встречу с правнуком Юрия Левитана, программистом Артуром Судариковым. Он рассказал о своей идее создать единый орфоэпический словарь. Но он должен быть единый, то есть исключить все разные абсолютно варианты и прийти к одному стандарту, как это было раньше. Просил вас написать мне официальное обращение, потому что это надо делать 100%. Более того, я полностью с вами согласен, что нужно приходить вот к какому-то единому образцу. Помимо этого, программист выступил с предложением создать панораму в Парке Победы, посвященную Юрию Левитану.